другой стороны. Это просто с органикой там, раз черный, значит, что-то такое. Ну, оно и... Так, ну что, мы Гальцину не будем ждать? Она что-то... Она говорит, что-то она запаздывает. Ну, заходим, надо время. Есть кто, приехали, все. И вот, вот эта вода... Или туда нам можно? Подожди, подожди. А нам как раз нельзя. Не можешь. Юрий Яковлевич, да, 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 кто нас тут обработал? Ну, пойдем. Пойдем погуляемся. Ну, 5 минут туда и 5 минут обратно. Это не 5 минут, это минимум. Да, меньше. Я не пойду спать. Чем такой ленивый? Покручировался? Да, надо или как? Зато у нас потом, кажется, ну что нам докажется, что его там нет? Его там нет. Его там ну нет. Пойдемте докажем друг другу. Кто кому докажет? Я в прошлом среду там был. Место сбора. Это газ они будут собирать? Нет. Воды? Воды. А, вот это то, что мы видели, да? Но там, который застеклен, только вот красочный резервуар. А это что вот за резервуар? Это подливневые строки. То есть это вот место сбора, что ли? Да. Вот он, этот сидит, там все будет. Красота! Ой, ну прям лесом пахнет вообще, да? Я почему и боюсь? Смотрите, строители тут, вот, когда трава выросла, очень не на этом, на погрузнике, на погрузнике. Есть, да, это косик для электроники, да? Поэтому ну вот здесь... Да. Машка, да. Давай быстрее, Виктор, да. Вперед пошлем в сапогах. Слушай, закопай озеро. Мембрана у нас лежит, водичка нормальная.
да, вот оно видно. Качаю где-то за неделю, она опять упирается. Ну, это прям явно. Ну, так это вот как раз вот со старого. Это вот подземные воды, они как раз вот с этим фильтратом перемешиваются, вот, где есть, выходят. Мы это все перекачиваем туда и вывозим. Ну где вот сухо, вот там, где вот новый телополигон спрягается со старым. А на реке вот там вот, да, где это, где экскаватор? Да, это... А где, вот там, где экскаватор? Или где желтые? Где желтые, да? Ну подальше. А то, что они красивые, наверное. Ну вот теперь все посмотрим. Стена вот оттуда, в последней точке, где осталось не убрать этот лишний мусор. Ну так вот, Леша,
дорога, и вот выход есть. Закрыли, то есть она сейчас не течет вообще. Ее поставить. Идет в земле, и здесь будет засыпаться. А здесь, ну, наверняка будет типа головка такого. Она же оттуда, с той стороны бетонки течет. Старую бетонку.